Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам еще один набор аксессуаров от MiniArt, и это продолжение строительной серии. У меня в руках сет с бетономешалкой. Один из наборов строительных аксессуаров мы уже рассматривали на канале, и вы сможете его найти в ранних видео. Ну а также ссылочку я оставлю в описании. Ну и давайте поближе рассмотрим нашу сегодняшнюю коробочку. На обложке, как всегда, красивый зрелищный бокс-арт от Владимира. Здесь изображен главный герой набора, это собственно бетономешалка, а также разнообразные аксессуары. Все элементы расположены, как мне кажется, на европейской улочке рядом с разрушенным домом. Похоже, что это сцена восстановления города после войны. Как я и говорил ранее, для диорам с использованием строительных аксессуаров очень здорово подойдут модели разрушенных домов от MiniArt. То есть, если раньше они использовались для изображения военных действий, то сейчас можно взять те же самые постройки и исполнить сцену восстановления города. Собственно, как и на бокс-арте. Ну и давайте рассмотрим, что еще входит в набор, кроме бетономешалки. Кстати, сама бетономешалка довольно интересная. Как видите, она на колесиках, с таким прицепным устройством. И здесь, я так понимаю, находится двигатель. То есть очень интересный, подвижный, самодостаточный элемент. Посмотрим, какого он размера и как он выглядит в пластике. Еще из крупных предметов набора здесь я вижу тачку для раствора. Далее всевозможный инструмент, например, лопата, лом, еще одна лопата штыковая, вот здесь молоток, кувалда и кирка. На заднем плане расположены мешки, и они также входят в этот набор. Кстати говоря, у MiniArt в разных наборах аксессуары иногда пересекаются. И я считаю это логичным и правильным. Так, например, инструменты мы видели в наборе железнодорожных аксессуаров. Ну а ведра встречаются и во многих других. Мешки также можно увидеть в наборе с багажом, а еще они издаются отдельным большим сетом. Давайте теперь рассмотрим коробочку дальше. На одном из торцов расположены другие наборы MiniArt, и вот он как раз набор багажа, о котором я говорил. Обзор на него обязательно выйдет на моем канале. Здесь, как видите, множество чемоданов, сумок, коляска и те самые мешки. Рядом находится набор британских скаток и сумок. Очень полезный набор, если вы собираете танки M3 Lee или Грант от MiniArt. На них подобные вещи будут смотреться просто замечательно. Кстати, здесь также присутствуют мешки. На обороте коробки расположена схема раскраски. Здесь в зеленых квадратах показаны номера цветов, а в красных кружках номера деталей, которые необходимо собрать. Ниже находится таблица с необходимыми цветами. Здесь коды цветов популярных производителей и название цвета. Рисунок на обороте тот же, что и на лицевой стороне, только без заднего фона. Давайте вскрывать коробочку и посмотрим на набор поближе. Внутри находится небольшой пакетик с деталями. Я вскрою его за кадром, чтобы не шелестеть, и покажу уже все по порядку. Ну а также здесь находится инструкция. С нее мы обзор и начнем. Инструкция качественно отпечатана на хорошей бумаге, и здесь прекрасно читается схема и номера деталей. В верхней части находится раскладка литников. Здесь, как видите, нет ничего кроме пластика, нет декалей и нет фототравления. Ниже начинается сборка, и первое, что мы здесь соберем, это бетономешалка. Собирается короб под двигатель, передняя ось с колесиками, прицепное устройство. Далее собирается рама, задняя ось с колесиками, сама бетономешалка. Кстати, посмотрите, сколько здесь деталей. Очень насыщенная, очень интересная конструкция выходит. Далее последний этап. Все собранные крупные элементы устанавливаются на раму. Хочу, кстати, заметить, что детали, собранные на предыдущем этапе, в следующем уже затонированные. Это очень удобно и в инструкции легко ориентироваться. Далее, следующий предмет – собирается тачка для раствора. Она достаточно простая. Как видите, две симметричные боковины, колесо, перемычки и сам контейнер. Рядом здесь расположена сборка мелких аксессуаров. Это ведра и мешки. Мешки собираются из двух половинок, а для ведер нужно самостоятельно изготовить ручки.
но я думаю, ничего сложного в этом нет. На последней странице расположены изображения других аксессуаров, которые предлагает MiniArt. Первое – это большой набор строительных аксессуаров, которые мы рассмотрели совсем недавно. Далее – набор с колонкой и всевозможными емкостями. Обзор на этот набор также есть на моем канале. И, наконец, тот самый сет, о котором я говорил – большой комплект мешков. Их можно использовать для строительной диорамы, для укрепления позиций на военных сценах, а также просто как груз в кузове или в вагоне. Также они неплохо смотрятся на бронетехнике. Ну и на этом инструкция завершена. Как видите, все просто и понятно. По большому счету, серьезной сборки здесь требуют только два предмета. Ну и теперь переходим к пластику. Здесь у нас два одинаковых литника с мешками, один небольшой литник с ведрами, два литника посвящено бетономешалке, на одном отдельном литнике закреплена тачка и также один литник с инструментами. Давайте теперь рассмотрим все по порядку. Начнем с деталей, которые не требуют сборки, и это инструмент. Это действительно тот же самый литник, который используется в наборе железнодорожных аксессуаров. Все детали очень тонкие и аккуратные, как видите, черенки лопат, ручки инструмента пролиты просто великолепно. Такой вот маленький аккуратный молоток отлит. Здесь рядом гораздо более крупная кувалда, кирка. На деталях присутствует небольшой стык от половинок пресс-форм, но с таких простых элементов он удаляется без особых усилий. Литье очень тонкое, посмотрите, даже рабочая часть лопат выглядит очень реалистично. Конечно, при желании можно еще больше ее заточить. Детали пролиты с обеих сторон, как видите, обратная часть лопат также детализирована. Пока я монтировал этот ролик, у MiniArt вышел анонс на еще один замечательный набор аксессуаров, и я не могу не рассказать о нем. Речь о большом сете инструментов, где в одну коробку собраны всевозможные предметы, которые раньше выходили в разных наборах. Здесь, как видите, инструмент из гаража, а также всевозможный хозяйственный и строительный инвентарь. Так что теперь одним махом можно заполнить инструментами большой склад или гараж. Одним словом, набор намечается богатый и интересный. Следующее, также небольшой литник, который практически не требует сборки, это ведра. В наборе два ведра, одно побольше, другое поменьше, и здесь достаточно приклеить донышко. Ну и, конечно же, изготовить самостоятельно ручку. Ведра отлиты с помощью многоразъемных форм и детализированы даже изнутри. Сама стенка ведра достаточно тонкая и выглядит очень реалистично. Снаружи также пролита детализация и характерный рельеф. Следующие аксессуары в наборе – это мешки. Рассмотрим один из двух одинаковых литников. Как вы помните с инструкции, мешок состоит из двух половинок. Вот она, верхняя округлая часть, ну а нижняя имеет разного рода подштамповки. Например, вот такую вот плоскую, когда мешок лежит на ровной поверхности. Большое углубление, это я так понимаю, для того, чтобы уложить мешок на мешок. И два небольших углубления, это мешок, который лежит между двумя другими. Но, как я и сказал, в конце обзора мы еще соберем этот литник, и я думаю, станет понятнее, как выглядят эти мешки. Ну а пока что могу сказать, что половинки отлиты также замечательно. Здесь сымитированы складки ткани, вот как раз в месте, где они завязаны. И также замечательно сымитированы подштамповки. Я думаю, укладываться мешки должны очень здорово друг на друга. Отдельными деталями даны вот такие вот хвостики завязки. Следующий литник – это тачка для раствора. Модель очень простая, здесь расположены две симметричные боковинки, емкость, колесо и перемычки. Емкость прекрасна и без дефектов отлита в одну деталь. Такая вот замечательная аккуратная формочка. На остальных деталях также нет ни единого дефекта. Прекрасно пролиты спицы колеса и тонкая симметричная рама тачки. Детализация присутствует с обеих сторон
и везде, где необходимо, сымитировано крепление. Колесо, кстати, похоже металлическое, но рама из дерева. Вот такое вот простейшее, но в то же время детально проработанное дополнение. Уверен, подобная тачка сможет украсить любую работу. Ну и наконец, самое интересное – детали бетономешалки. То, вокруг чего этот сет и создавался. Здесь вот на первом литнике я узнаю колеса тележки, колесо, за которое опрокидывается бетономешалка, далее детали короба двигателя, собственно, сам миксер, прицепное устройство и еще некоторые детали рамы. Элементы пролиты просто потрясающе. Посмотрите, на миксере сымитированы такие вот зубцы, да и сам он отлит без каких-либо дефектов. Остальные детали рамы также замечательно выглядят. Вот еще одна здорово пролитая деталь шестеренки. Точнее, двух шестеренок, которые уже отлиты единым целым. Между спицами колес и на большом поворотном колесе также нет никаких дефектов. На деталях моторного отсека пролиты заклепки, пролиты мелкие элементы и даже вот на дверце отлит замочек. Вот так вот с этой стороны лучше видно такой вот замечательный висячий замочек. На миксере, кстати, тоже присутствуют заклепки. Здесь я ошибся, это не прицепное устройство, это часть рамы. И вот посмотрите, на этом кольце даже сымитирован сварной шов. В который раз Миниарт меня просто впечатляет подходом к детализации и вниманием к каждой мелочи. Следующий литник, а точнее это половинка предыдущего литника. Здесь расположены оставшиеся стенки моторного отсека, всевозможная мелочевка, маленькие колесики тележки. Посмотрите, как здорово пролиты здесь спицы. Такая миниатюрная деталь, насколько здорово детализирована. Вся прочая мелочевка также пролита очень тонко, очень аккуратно и без каких-либо дефектов. В углу находится ручка стартера, если не ошибаюсь. Далее множество мелких деталей. Еще одна стенка моторного отсека. Здесь также сымитирована дверца, заклепки, петли и висячий замочек. Ну а вот оно, собственно, прицепное устройство. Здесь имеется отверстие, так что вполне возможно его за что-то зацепить. Две оставшиеся стенки моторного отсека практически гладкие, на одной из них сымитирована только небольшая решеточка. Нижняя часть миксера также аккуратно, замечательно пролита снаружи и изнутри. Сделано все очень реалистично, как видите, чаша не гладкая, а здесь имеется такая вот характерная подштамповка. Вот такая вот получилась бетономешалка, и Миниарт в очередной раз из, казалось бы, простого аксессуара сделал потрясающе детализированную модель. Здесь, как видите, есть с чем повозиться, но результат будет того стоить. Аксессуар обещает быть очень зрелищным. Ну а теперь давайте соберем мешки с одного литника и посмотрим, как они будут выглядеть. Итак, друзья, вот таким вот образом получаются мешки. И хочу сказать, смотрятся они очень убедительно. Я их уже соединил с помощью блютака, чтобы изобразить такую вот кучку. И, как видите, получилось достаточно реалистично. Хорошо видно, как мешок деформируется под своим весом. Ну а вот так вот смотрится мешок, лежащий на двух других. Также очень реалистично и убедительно. Хоть и мешки не самая значимая часть этого набора, но все же, я думаю, было интересно взглянуть на них в сборе. Я очень доволен этим аксессуаром и с удовольствием размещу их в кузове грузовика. Итак, друзья, на этом обзор модели бетономешалки и набора строительных аксессуаров я заканчиваю и надеюсь, это видео было вам интересным. Миниарт в очередной раз порадовал потрясающе детализированными и продуманными до мелочей конструкциями. Ну а мелкие аксессуары также отличаются тонким аккуратным литьем и реалистичным внешним видом. Уверен, такой набор здорово украсит множество сюжетов. А на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки ролику, если хотите поскорее увидеть сборку строительных аксессуаров. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также обязательно напишите в комментарии, что вы думаете об этом наборе. Я благодарю вас за внимание.
Всем пока и до новых встреч!